Открывая утром глаза, я задаюсь лишь одним вопросом. Какие высоты покорятся мне на этот раз? Я не жду от этого мира благословения, помощи или знамения. Лежа под теплым одеялом в своей уютной кроватке. Нет, я свободна от ожидания, свободна от веры в то, что вот-вот мне будет протянута волшебная палочка, исполняющая все мои желания. Я знаю одну простую истину. Только я скульптор своей жизни. Я архитектор своего будущего. А кто ты?